Добрый-добрый-добрый всем. Спасибо. Марионетка Лилишка, я вижу тебя, моя хорошая. Вы где находитесь сейчас? Ой, зашла купить в магазин шуманит. Я хочу выкурить запах из моей квартиры. А вчера целый вот одну вот такую вчера уже вылила на его кухню. Сейчас еще вот я хочу на посуду еще. Ну вот, сегодня зашла, действительно другой запах, уже духами пахнет, я уже свои вещи развесила, и они прямо от них запах пошел по квартире, я захожу, абсолютно другой запах сегодня. Нахожусь в магазине, в продуктовом магазине. Решила купить химию и выйти на связь с вами, попить водичку здесь. Что грустное? Нет, немножко устала. Не грустная, устала немного. Вот. Сохраните, пожалуйста, эфир. Очень люблю вас слушать. Ну, хорошо. Сегодня, я думаю, что ничего интересного не будет. Так. Ой, написала неправильно. Да, прекрасно написала. Мне очень понравилось. А про что песня интересна? Хотела написать Мариночка. Нормально все. Добрый день. Я думала, Тата к вам поехала. Нет, Тата поехала на Кипр с Бетечкой. Я очень рада, что наконец-то Бетечку вывезли на море. А вот. Мариночка, такая красотка сейчас. Спасибо, Лилечка, спасибо, моя хорошая. А вы в какой стране? Я в Китае. А там Африкантова старшая сейчас в прямом эфире и никак не успокоится за вас. А, ну-ка, расскажите, что там происходит. Давайте мне новые сплетни. То она ко мне в гости собирается, то она... не знаю, уже... Только смеяться над этим надо, больше ничего. Мальчика, я вам восхищаюсь, вы такая сильная, умная, вы достойны счастья огромного. Дай Бог, спасибо вам большое. Знаете, конечно, я со своими слабостями, да, я не слабый человек, отнюдь, нет, абсолютно, я очень такая, но, знаете, иногда, ну, терпения не хватает, вот, и устаю, и обо всем мне надо думать, и о себе, и о детях, и еще это все, вот это вот, когда вот эти сплетни прям, это, конечно, выбивает меня из колеи, но до этого, конечно, нельзя опускаться, я знаю, я понимаю, а иногда ничего сделать с собой не могу, вот просто хочется танком проехаться иногда, вот когда про меня говорят, прям не могу, вот не могу, не могу, слушать это не могу. Когда еще это выворачивают, когда еще и врут. Ух, блин, это вообще меня с ума сводит. Я правду-то не говорю. Это, я считаю, что это ниже своего достоинства. Пока не доведут. Но когда уж доводят, на самом деле, тогда бывает это... Привет, красотка, Маречка, как посвежели. Так посвежели. Сегодня, ну, сегодня я немножечко уставшая, сегодня правда. Сегодня какая-то я, мне надо уже, знаете, вчера решила до 3 часов занималась. Что-то, ну, новая квартира, мне хочется его, вот смотрю, куда это переставить, а куда мне вот это вот поставить, а вот сюда мне что сделать, вот сюда мне надо заказать ковер, а вот сюда я повешу Татину фотографию, сюда Бетину.
И вот это вот увлеклась этим, увлеклась и уснула в 4 утра. А вот. Тут, значит, думаю, сама думаю, лежу и думаю, на новом месте приснись жених невесте. И представьте себе, под утро мне снится Саша. Я проснулась от... Я проснулась от того, думаю, нет, 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 этого я не хочу. Девочка, как девочка. Русские тоже. Ой, сегодня я выложила, я выкладывала, но она не, почему-то не до конца не загрузилась, потому что, видимо, связь была плохая. Сажусь, девочки, в такси. И таксист слушает русскую музыку. Я чуть не обалдела, я, конечно, это записала на видео. Сейчас буду выставлять. Еще и бубнит сам, еще и слова повторяет. Знаете, я сидела, повеселила в этом такси сегодня. Вы переехали? Да, переехала. Она подруг сватает, и ваша папа и... Ура, ура, ура. Чтобы свою она не потеряла, пускай хорошо подумает. Потому что я-то знаю, что Саша любит большие попы. Это, знаете, у меня подружка одна, это было очень смешно, значит, нашла кольцо. На улице шла и нашла золотое кольцо. А вот, значит, потом она в лифт, заходит в лифт и нашла золотую цепочку. Еще опять что-то она нашла, и она об этом рассказывает, а другая подруга, она никогда не работала, она всегда была, ну, за детьми следила, там, домохозяйкой была. И так говорит этой другой, моей подружке, которая золото находит: «Ой, где ты это все находишь? Я тоже пойду, мне тоже надо что-то найти». А муж ей говорит: «Ты знаешь, Наночка, лучше сиди дома, а то ты пойдешь, потеряешь, а она найдет». Как я про африканцев тоже. Чтобы она свою не потеряла, она свою потеряет, а я его найду потом. Мне сплетни делают только сильнее. Но я не люблю несправедливость. Я прям, меня больше всего, чем можно. Я же собака. Я в год собаки родилась. Я очень такая. Я за чужую тоже порву. Если я знаю, что это так именно, и кто-то вот что-то перевернул, против мамы пойду. Если это перевернуто, если это несправедливо. А за себя тем более. Ой, Наумничка, я вас... Даже в гневе люблю. Да, в гневе я злючка. Ну и быстро проходит. Вот что высказываю, вот этим и все. Все, как будто я их всех там по это самое морды всем набила, и все. У меня вот такое впечатление, что все. Все, теперь я уже могу успокоиться. Марина Тристановна, здрасте. С новосельем вас. Спасибо вам большое. Ну, мне надо сейчас все привести все в порядок, красиво сделать. Завтра поеду фотки, какие-нибудь фотографии закажу, эти рамки и фотки закажу. Как, Марина, тебя на новом месте? Прекрасно. И вы знаете, сегодня у меня был очень удачный день. Очень хороший день. Мне кажется, эта квартира мою. Вот это моя квартира. Пусть она немножко далековато, не там, где я хочу, но она моя, она моя. Хорошо выглядите. И самое лучшее. Спасибо, здрасте. Марина, привет, привет, привет. Марина, привет, привет. Это приятная усталость. Это очень приятно, да, Африкантова тоже в эфире. Ой, представляю, что она сейчас орет про мою попу. Все нормально, отвлекли квартирные проблемы. Да, 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 вы правы, да, вы правы. Квартирные проблемы немножко отвлекли. Да, Марина, Саша, я думаю, любит тебя. Ну, то, что Саша любит, тут
сомнений нету. Но у него странная любовь, знаешь, ко мне. А вот, защитит, не хочет. Кого угодно защитит от меня, но меня никогда ни от кого. Он поставил о любви, я думаю, к тебе, Марина. Тата в Москве, нет, тата на Кипре, а потом прилетает и улетает в Монако. Саша любит только тебя. Саша вообще не умеет любить. Саша не умеет любить, Саша никогда никого не любил. Он очень ценит свою первую жену. Он ценит ее. А любить он никогда никого не любил, это факт, это точно. Он не, его не научили любить, как надо любить. Его научили покупать. Я тебе дал, деньги дал, билет купил, чтобы купил, деньги дал. И все, теперь хорошим человеком уже быть не надо, если деньги дал. Все, эмоциональный фон уже создавать не надо, я же уже купил, Все, теперь уже все, что как будете плясать так, я как я хочу, если уже деньги дал, чтобы купил. Понимаете? Деньги дал, чтобы купил, я сама могу себе дать. А эмоциональный комфорт мне нужен от мужчины. Понимаете? Вот и не состыковка у нас такая, вот такая вот. Лили Пан любит не Марина, не Марина, это точно Пан, только себя. Все для себя, для меня, все вокруг меня, и все для меня. И все, я как сказал, так и будет, и все. Африка к вам неровно дышит, это называется зависть. Я думала, что вы мне сейчас напишите, это называется любовь. Любовь в кавычках. Ну, я имела в виду ненависть. Он помогает дочке, да. Валера молодец. На самом деле очень любит ребенка. Это вот это, дай бог, чтобы между ними всю жизнь так было. Потому что жалко детей, которые никогда не почувствовали отцовской любви. Это ужасно, это ужасно. И даже если он ничем Ветечке не будет помогать, а будет просто рядом с ней, это уже много будет значить, потому что отцовская любовь для девочки особенно, это очень много значит, это правда много значит. Африка завидует всем, кто моложе ее. Вот и в вашей молодости обзавидовалась. Ой, господи, она если спросит, так чему там завидовать? Чему там завидовать, она орёт. Там чему завидовать? Нет, квартиру я не купила, квартиру я только в Москве буду покупать. Здесь что я буду покупать? Как хазет зима, конец. Мадло. Мариночка, ты... Недорогая у меня, сейчас я вам скажу, 4800 всего квартира стоит. 4800 юаней. Зора замужем, нет, такое имя интересное, она китайская, Зорина имя, как может быть китайской? Зора, она француженка. Зора, это француз, на французском. Как прекрасно жить одной, ни от него не зависит, ваши... Гнездышко будет, и дети ваши могут всегда приехать к маме. Ой, да, я сегодня уже продумывала. Как вот вся, я уже купила шары, когда они приедут, я их сделаю, вот эти вот всякие красивые шары. Ой, я уже жду их. Надеюсь, что у таты появится свободное окно, и она сможет прилететь. Она сейчас песни будет записывать, у нее очень много работы сейчас, очень. Но я надеюсь, что она приедет ко мне. Вот какая шикарная женщина, поражаюсь с вами. Спасибо вам большое. Тебя звать Радость. Милая, родная душа. Спасибо, моя хорошая.
хорошо, когда женщине нравится, значит, все будет налаживаться. Хорошо, когда жилище нравится, все будет налаживаться. Ой, это супер-супер, да, мне нравится, я прям хорошо спала. Вот уснула там глубоким прям сном, так спокойно мне было. Хорошо было в новой квартире, да. Домой пришла, там, вот, когда первый раз пришла, меня очень сильно запах смутил, прям вот какой-то запах стоял. Я вчера все отдраила, шумани там, всю, вот это вот, все. Этот запах прошел, и его изменило, вот прям запах моей одежды. Прям каким-то вот сегодня такой приятный запах был, когда я зашла домой. Куда дети поехали отдыхать? Они поехали на Кип. Саша любит только свои, это правда. Лаура, вижу вас. Мариночка, вы супер. Вы хабалка 300. О, пришла. Как же ж без вас? Давайте на нее посмотрим. Пиши, моя хорошая, пиши. Поднимай мне рейтинги. Сын у него какой-то странноватого вида. Сын у него странноватого вида. Я не знаю, у кого сын странноватого вида, я не мог понять. Господи, опять это Саша, как они не зайдут, так все вечер, ну, кроме него, есть темы. Даша, не нравится, так давай, вот покидай мою эту самую, я сейчас тебе помогу. Хочешь, я тебе помогу? Или хочешь остаться здесь? Напиши мне ответ. Я могу, если тебе здесь не нравится и сама это переоселить себе не можешь, я тебе могу помочь. Так. Нужно вам молодого энергичного парня. Саша нудный. Ковшика мозгов нет. Она убогая. Зачем на эту дуру обращать внимание? Все норм. Люди понимают все. Это круто. Вот это супер, когда люди понимают все. Это супер. Так, просто Саша никак не хочется принимать то, что лично это его выбивает. Усмен я прикантовался ленгал на флебеликали. Согласна с вами, моя хорошая. Александр особенно сильно разозлился после факта вашего со жгучим мужчиной. Это ревность и все. Жгучий мужчина. Жгучего мужчины китайская жена и двое детей. Это мой давнишний друг Рикардо. Он итальянец, я его знаю уже, не знаю, может быть, 17 лет. Вот. Ему предложили люди на Украине работать. Да. Здрасте, привет. Валя очень добрый души человек, он всех вас любит, несмотря ни на что. Мы тоже его очень любим, несмотря ни на что. Я тоже могу так сказать. Глансгардскен, да усмен да и цинен. Что у него с головой? 3800, это сколько на... девочки, давайте не про деньги, мне не осталось. Считать не хочу, посчитайте сами. Тавис. Велос Тавис, Инсмен или Хаус. Татьяна сейчас говорит, что вы инжир много съели. Я весь инжир ее съела. Весь инжир. Добрый вечер, Мариночка. Марина Тристановна, здрасте. Адвокат ваш на связи. Адвокат ваш на связи, Маринка, да. Как вы, моя хорошая? Спасибо, Мариночка, спасибо, моя хорошая. Марина Цветомания. Его в Сашином эфире назвали моим адвокатом. А это сколько на рубли?
ой, девочки, давайте вот не надо это на рубли, сколько это, сколько, а вас это, зачем это? Вот это вообще вопрос какой-то. Молодой вам нужен, энергичный и веселый. Африке вы покоя не даете. Африке я покоя не даю, покоя днем и ночью готова обо мне говорить. Петь обо мне и просто выливать на меня вот. А потом говорят, что она не злая. Она не злая. Это от злости, от зависти ведь она делает. Она очень алчная, очень. Сейчас рассказывает, как вы со своей толстой попой за инжиром лезли. Она скоро от своей злости с ума сойдет. Фу. Какая она омерзительная прям. Вот прям так это омерзительно, ужас. Вот этот красивый голос пусть поет нам на радость. Ой, кстати, я выставлю Татин рот. Я один раз ее засняла. Она не знала, что я ее снимаю. Она сидит такой, поет на этом, на кровати, а я ее снимаю. И она мне попросила тогда не выставлять. Но я попрошу, чтобы она мне разрешила ее выставить. Очень красиво, кстати, пела. Ковалевский нафталин. А что такое нафталин? А, нафталин это который от моли. Нафталин, Марина. В ноябре в Москву пролетишь. Да. В ноябре буду в Москве, Марина, я заряжаюсь от вас позитивом. Сразу настроение поднимается. Очень люблю вас. Спасибо вам большое за любовь. I love you too. Покажите свое новое жилье. Я сейчас в магазине. Пошла шуманит покупать. Ну, еще водичку себе купила. Резиночки для волос. Африка уезжает в Португалию. Ой, скатерть и дорожка у Саши. Привет. Здрасте, Марина Тристановна. Привет. Привет. Африка собирает сбор на отдых себе. Это круто. Здрасте, наша хорошая. Привет. Привет. Все от Тани к вам пришли. Ну вот тебе, Танечка, покажите ей вот это вот. Вот. Про мою толстую попу говорит, поэтому я ей это показала. Сефира пикантовые. Прибежали боль. Было 130 человек, стало 219. Сейчас африкантовые подписчики сюда прибегут. Сплетни собирать. Пусть бегут. У меня своих здесь защитниц. Вот так вот. Так, Маринечка, особенно Марина. Нет, многие. Ой, Бабенко, где моя Бабенко? Ух, она такая. Мариночка, салам из Владивостока. Ой, Дилечка, привет, моя хорошая. Здрасте, вы очень мне нравитесь. Молодец, Марина. Вы узнали узоры про крем? Узнала. Девочки, я узнала узоры про крем. Она, оказывается, себе ее покупала. А у меня крем закончилось. Вот. И она мне сказала, что когда у меня крем закончилось, у нее было два крема. И она мне одну отдала, оказывается. А я думала, она просто мне передарила. Я думала, что она не пользуется. Ей тоже очень нравится. И вот она сказала, что две штуки купит сейчас и мне отдаст одну. В общем, надо спросить, где она их покупает. Вот. У них, где у него вот эта вот школа, это очень огромный холдинг прямо там, вот огромная территория. Даже офис Вичата там, вот Вичат, который пользователи миллиардами людей в этом Вичате.
А вот. Даже офис Вичата в этом компаунде. И там всякие разные есть, вот производители кремов, много-много. Оказывается, она там вот это все брала. Надо спросить просто, где вот именно там. Это очень как это как целый город прям. Как целый город. Вам очень идет, когда вы веселая. Вам и мужчину надо достойного и с чувством юмора. Спасибо, Мари, рада тебя видеть. Спасибо. Ой, Наночка, с прошедшим тебя с днем рождения. Моя любимая, моя красавица. Счастья тебя, радости, моя красота. Только что я про тебя рассказывала, про Гурама. Как мы шутили с Хацуной, что ты, Гурам тебе сказал, что... Только что это рассказывала, как я скучаю по вам, как я вас люблю. Вы даже не представляете, вы мои любимые, вы мои самые. Сегодня я смотрела ваши фотографии с Гурамом, какие вы благородные. Как красавцы мои, любимые, гордость. Это моя гордость, моя Наночка, моя гордость. С днем рождения тебя еще раз. Пусть в твоей жизни все будет так, как ты хочешь. Таня сказала, что придет к вам с Сашей своим погостит. Примите. Ну, она же меня обсирает. Как мне с ней? Как же она ко мне приедет-то? Ей не стыдно будет? Вот какими глазами она на меня посмотрит после того, что она про меня говорит? Если она это сможет сделать, пусть сделает. Пусть приедет. Боже мой, только что сказала про инжир, уже успели. А, боже мой, только что сказала про инжир, уже успели донести. Наконец-то у вас хорошее настроение. Нужно, чтобы мужчина был, а женщина позволяла себя любить. Так, да. Так что теперь адвокат нашей Мариночки. Так что я адвокат нашей Мариночки. Всех загрызу. Спасибо, Маришка. Так, Ирина, Африкантов. Африкантова сказала, что пана... Там хоть пускай, где хочет, там и остановится. I don't care about it. Так что вот, неправда. Открыли рот про алчность, а сами недалеко ушли. Почему? Почему? Я у тебя что-то прошу. Я у тебя что-то прошу. Моя дорогая, я сама все для себя делаю, всю жизнь так было. Про вас ничего не говорила она. Угу. С подписчиками будете встречаться? С удовольствием, но просто где? Если захотите, я могу сделать для вас фан-встречу где-нибудь в кафе, попьем кофе. Вот, я даже знаю в каком. Наговариваете чушь. Моя мама всегда старается рассмотреть. Вы стали частью ее жизни. Спасибо маме и здоровье маме. Передайте. Омерзительное попрощание Капликантова. Ее скоро привлекут за попрошайничество. Вот она и завидует вам. Что вы никогда не пропадут. Пока у меня есть здоровье. Господи, дай мне здоровье. Господи, не отними у меня здоровье. Умейте зарабатывать. А она без своего Саши про бублик. Бублик. Без своего Саши. Таня, бублик. Или попрощайничать может еще. Почему бы не выйти еще с шапочкой встать вот это вот на улице? Больше подадут. Цыганка натуральная. Сколько стоит? Нет. По-разному. В шоке, какие милые люди-то. Придумали, нарисовали уже. Двуличные гнилые люди. Жополиски. Не верьте им. Лично от себя.
скажу. Ну хорошо, хорошо. Как ваша диета? Тяжело дается? Абсолютно легко. Я лучше диеты не знаю. Я лучше диеты не знаю, реально. Все диеты очень сложные. Эта диета вот 18 часов не ем, 6 часов ем, что хочу. Но я сама сейчас есть не хочу. Вы знаете, у меня как-то отбилось желание. Вот эти 6 часов, мне кажется, вот я так их жду. Ох, сейчас и этого нажрусь, и этого поем. Вот какое-то маленькое количество, и я так наедаюсь. И все, и глаза хотят, а не могу. Не могу. Девочки, это самая лучшая диета. Вот правда, поверьте мне, фишечки, начните. И вот Хатушку надо мне, Хатушке надо позвонить. Это крутая диета, это крутая диета. Я в шоке. Я в шоке, Лиля Богданевна. Еще одна мадам. Я вообще не в шоке. Я вообще не в шоке, потому что про меня... зайди ко мне, зайди. Аленка, зайди ко мне на страницу. У меня сохранены, что про меня говорят. Вот они это видят. Не я же это говорю, не кто-то же это озвучивает, а Татьяна Африкантова. Зайди ко мне на страницу. Посмотри, у меня несколько штук выставленных. И этих всяких бла-бла-бла обо мне. Переврали все. Может быть, может быть. Марина, мне кажется, в вашем расставании Африка сыграла самую отвратительную роль. Однозначно. Однозначно, да. Однозначно согласна. Да, у нас были проблемы. У нас было не без проблем. Хотя лето, я могу сказать, что у нас было прекрасное лето. Пока мы не съездили к Африкантове. Мы прекрасно жили, замечательно. А вот. Даже какой-то были моменты, когда вот мне прям вот я даже удивлялась, что вот так все поменялось, и все вот так успокоилось, и все вот так прекрасно все. А вот. Как только к ней съездили, там, я не знаю, что он напивается, она ему на уши садится, она ему всякую гадость про меня говорила. Это факт, это факт. Это я даже подслушивала. А вот. Поэтому потом она испугалась из дома, ушла. Мы у нее в гостях были, она нас не выгнала, но сама ушла на 3 дня. Она уже видеть меня не могла за то, что вот она видела, что Саша меня любит. И она видеть меня не могла. Она ушла из дома на 3 дня. Мы там шутить начали, что мы выставили дом на продажу, там туда-сюда. А вот, потом вернулась домой. Наша Марина, уважаемая женщина, привет вам с Калининградом. Привет, Калининград. Чушь не пишите, ничего плохого про нее не говорила. Она зачем вы огонь, масло подливаете? Ой-ой-ой. Таня правильно говорит. Таня правильно говорит. Ленитесь, не хотите в Китае показывать зоопарки, другие достопримечательности. Мне просто некогда, я работаю. Это у нее время на такие вещи. Я с удовольствием. Я теперь буду разделять работу и блогерство. Блогерство. Меня сын прям подбивает. Вчера у меня другой новый YouTube создал. Значит, посылает мне куда-то там, иди, говорит, там купи, там будет здесь дешевле. Вот Samsung какой-то, камера, с которым ты просто всегда везде ходишь, его вообще не снимаешь. Он все записывает. А потом я, говорит, буду это нарезать на интересные куски там. И ты, говорит, будешь самым известным блогером. Прям вдохновляет меня. Так что вот так вот. Таня только что пародировала Марину и хочет с ней помириться. Причем тут попа? Ну ладно. Марина, скажите честно, какие отношения у вас сейчас с Африкантовой? Ну, какие отношения могут быть у нас? Такие, знаете, любовь до гроба.
Утоню самой зоопарк. Супер. Секс у них с Ефременковой. Это при чем тут? Ефременкова вообще тут при чем? Да, да, да. Ой, не могу. Значит, что-то пропустила, девочки. Не знаю про Ефременкову, ничего не поняла. Спасибо. И мы тебя любим. Ой, Наночка, моя любовь. Ой. Я думала, ты уже вышла. Такой, как подруга, как Африка, врагов не надо, это точно. Вы знаете, я уважаю откровенных врагов. Она откровенный враг мне, она никогда, она даже если со мной помирится, она в такой момент мне всунет нож в спину, что я даже не одумаюсь. Поэтому всегда говорят, знаете, у французов есть очень хорошая поговорка. Take care of me from my friends. I know how to deal with enemies. Take care of me from my friends. Вот это очень крутая поговорка, прям. Вот это вот вообще это правда. Я знаю, как справиться с моими врагами. Спаси меня от друзей. Сохрани меня от друзей. Представьте себе, take care of me from my friends. И, кстати, у меня есть одна подписчица и очень такая активная клиентка и очень вообще любимый человек, обожаю ее, очень мудрая женщина. Она мне всегда об этом, кстати, говорила. Вот часто-часто, когда созваниваемся, Марина, домой никого нельзя пускать, Марина, дружить ни с кем нельзя, Марина, друзья. Если с тобой что-то случится, это только от друзей, это только потому, что тюрьма... Как бы есть у грузинов тоже такая очень интересная поговорка. Тюрьма взламывается изнутри. Тюрьма взламывается изнутри. Это очень правильно, это очень правда. Предают то, которые с нами. Где? Хорошо же, миру только рады. Вот я о чем и говорю, миру, в принципе, никто, но я знаю, что человек предатель. А вот. Не поэтому я вот эти сейчас поговорки вот, говорю, что дружить нет. Мир, ну не знаю, допускаю, но не дружбу. Вы продолжаете диету. Однозначно. Однозначно. I'm so excited. То есть я просто, вот знаете, вот взяла себя в руки и пру как танк сейчас, как Зора говорит. Ты делаешь все как бульдозер. Я сейчас в этом тоже как бульдозер прям. Так, Африкантова прям от вас не отстанет. О, Марина, очень красивая женщина, спасибо. Пошла я к пану, он в эфире, он специально сейчас, чтобы от меня ушли, но ничего страшного, пускай. Я уже пойду домой. И в Москве не поняла, о чем вопрос, и очень умная. Здравствуйте, привет. Я про встречу. Привет из Гродно, Гродно, привет, Гродно, это Белоруссия, да? Я, по-моему, через Гродно, через Гродно я ездила в Польшу когда-то. Привет, Литве. О, Литву обожаю, Литву, Латвию вообще, Прибалтику обожаю. Обожаю этот говор, обожаю, как они одеваются, ох, как я обожаю, просто обожаю. Она много что про Марину Тристановну говорит. Это факт, конечно, мы это знаем. Вы шикарная женщина. Марина, вы с Сашей грузинские блюда готовили? Нет, не готовила, потому что у нас в основном выпечка, у нас в основном очень жирные, вот знаете, вот с орехами все, с грецкими, а он такой не ест. Ну, я все готовила, то что, ну, вот к чему он привык.
Борщи ему готовила, он любит борщи, супы. Могисалма бит Борджоми, Дан, привет, Борджоми. Я к вам приеду в гости. Я в Борджоми никогда не была, кстати. Вот я родом из Грузии и никогда не была в Борджоми. Это прям вот хочу туда попасть. Так, лучше с ковшиком. Только не бублик, а дырка от бублика. Дырка от бублика, да, действительно. Африкантова здесь деньги просто... просит, и люди ей на карту скидывают. Ну, пускай, Марина Тристановна. Как дела у таты? Ну, у таты вроде все налаживается, вроде все хорошо. Что за диета, Марина Тристановна? Я не ем 18 часов, 6 часов ем. Все. Это очень легко. Прям легко. В 6 часов последний раз вечером ем. Вот в 6 часов поела. И до 12 утра ничего не ем. Это прям вот вообще для меня придумана диета. Пан мечтает о ковшике. Пан мечтает о раскрутке, а не о ковшике. Пан о своем бизнесе мечтает. Марина, диета 4 день. А, Марина, диета 4 день. Все отлично. 4 день, что такое? Все отлично, спасибо огромное за рекомендацию. А, диета у вас 4-й день. О, круто. Ну, я сразу почувствовала, кстати, изменения. Я сразу почувствовала. Ну, я еще очень много ходила и по работе, и даже специально вот шла, где я знала, где вот не брала такси, а прям пешком везде. И вот именно переврали в МЭ слова Татьяне Владимировне. Ну, может быть, я не знаю, но не суть важно. Татьяна Владимировна то, что ничего хорошего обо мне не говорит, и ничего хорошего обо мне не думает. Но это уж все мы знаем. Чего уж тут ее защищать? Алена, ну что вы, маленький ребенок, что ли? Посмотрите в моем профайле и прослушайте, что она про меня говорит. Это хорошо? Я тоже, конечно, потом выливаю на нее ушат грязи, но это после того, только после того, как она это начинает. Никогда я первой ни с кем не начинаю, никогда. Я очень миролюбива.